Добрый день! Я сегодня расскажу, как сделать базу юбки. База – это самое главное, точная база. С нее уже делаются все остальные модели, поэтому она очень важна. После того, как вы сделали базу на бумаге, надо сделать ее корректировку, то есть ее сшить по всем выточкам, боковым швам и посмотреть, правильно ли она сидит по срезу вверху, по срезу внизу, по ширине юбки, если вас все устраивает. Если что-то не устраивает, также выточки, расстояние выточек, глубина выточек. Что-то, если не устраивает, что-то есть, надо подкорректировать, это надо корректировать на базе, чтобы потом юбки, которые мы строим, они были точно на нас сидели. Итак, для базы нужно 4 мерки. Это обхват талии, обхват бедер, лунгетса, значит, до выступающей точки сзади, вот такой проводим перпендикуляр вот здесь, и вот эта линия, вот эта мерка, она вся индивидуальная, от 19 сантиметров от талии до линии бедра, либо чуть-чуть пониже, у каждого по-разному, от 18 до 22 сантиметров. Далее идет длина юбки. Обычно она делается до середины колен, как делала Шанель. Это классический вариант. Теперь мы высчитываем формулу, с которой мы будем строить нашу выкройку. Полуобхват. Полуобхват, потому что у нас половинка. Мы строим половинку переда и половинку спинки. Значит, мы все делим напополам, все вот эти вот наши объемы. Полуобхват талии, полуобхват талии, прибавляем, два я написала, нет, значит, не совсем так, обхват талии мы прибавляем 2 сантиметра на то, чтобы свободная юбка на нас сидела. Значит, по талии мы 2 сантиметра прибавляем, а по бедрам мы прибавляем 4. Так вот, обхват талии прибавить 2, и вот из полученную сумму разделить на 2, чтобы сделать половинку. Далее, обхват бедер прибавляем 4 сантиметра вот здесь вот на свободу облеганий, иногда 6 сантиметров, ну, в зависимости, как вам более удобно сидеть в этой юбке, потому что когда садитесь, вам нужно место. И полученную сумму делим на 2. Вот эта формула. Вот первая формула, вот вторая формула. Дальше измеряем линию до бедра, 18 или до 22 сантиметров, и линию до колена. Таким образом, мы закончили снимать мерки для базы юбки. Сейчас я вам расскажу, как строится база. Я вам даю самый простой способ для постановки.